Я не знаю, что происходит с эфиром, но сейчас мне просто позвонили. Поэтому так, попытка номер 175. Быть на связи. Так, еще раз. Чем занимаешься? Прямо сейчас глажу шмотки. Ничем не занимаюсь. Так, вы пока присоединяйтесь, сейчас за водичкой схожу. Чем занимаешься? Привет, привет. Привет, Андрей. Так. Привет, ты очень красивая, очень нравишься. Спасибо. Вообще самое обычное. Привет всем, кто присоединяется. Давайте задавайте свои каверзные вопросы. Я сегодня в хорошем расположении духа. Могу вам что-нибудь интересное рассказать. Так, ну что, где вопросы? Ребят, напишите в комментах, принимаем запросы людей, которые заходят или нет. Коньяком кола? Нет, сегодня без коньяка. Абсолютно. Без коньяка. Поэтому с Валерой общаешься? Иногда могу. Ну, если надо, чем я. Ну, в принципе, мы как бы в хороших отношениях. Я к нему очень хорошо отношусь. Ой, какие люди. Артём Андреевич, здравствуйте. Так. Привет, привет всем. Что там интересно? Давайте. Ваши мерзкие вопросики. Здравствуйте. Привет, Бэкрон. Здравствуйте. Ой. Здравствуйте. Мы уже на вытем. Ну что, где все? Мне скучно. Я думала, вы повеселите меня. Ты бы хотела вернуть Валеру, только честно. Не, спасибо. Ну как? У меня просто уже немножко другой этап в жизни. Я к нему безумно хорошо отношусь. Когда-то, может быть, хотела сейчас чуже думать, предполагать, а что если бы доходило. Ну да. Ты старая. В смысле? Ты офигела, что ли? Малолеточка моя любимая. В смысле старая? Где я старая? В каком месте? Давайте, давайте поболтаем. Мне скучно. Будет что-нибудь интересное или нет? Я вот не понимаю. Ауч. На программу собираешься? На какую? 24? Что там 24? Где бы хотела побывать? Ой, блин, если честно, я много где хочу побывать. Надо только начать путешествовать, не собирать денег и много-много чего еще. Ну, ничего еще интересного. Все, что ли, все умерли, все спать пошли, удивляться, что скучно. Вот так и выходи в прямые эфиры, трать свое времечко драгоценное. Где бы хотела побывать? На отдыхе, просто в отпуске. Это единственное, чего я хочу сейчас. В космосе еще можно. Вот я бы слетала в космос, если честно. Блин, мне кажется, это интересно. Вот вы бы хотели побывать в космосе? Вообще, мне кажется, очень скучно и интересно смотреть, как... Так, ты можешь передать привет Даше. Передаю привет Даше.
Мне кажется, скучно и интересно смотреть, как человек бешено ночью пытается сделать дела, которые нифига не сделал за день. Это неинтересно. Что там дальше? Все? Заканчиваем эфир или что? Или как? Или что? Пишите, пишите в личку. Пишите, блин, всякие эти. Давай эфир, давай, тра-та-та. Вот эфир. Фигово гладишь. Ну, я глажу нормально. И вообще я хожу мятая, как свинья, как чушка всегда. Не хочешь пойти на дом 2 обратно? А что я там буду делать? Вот вы знаете, чем мне заниматься на доме 2? Что не надо? Ну что я буду делать на доме 2? Ну кроме как на Сейшелы, конечно, слетать. Так, сама живешь? Нет, я живу с девочками. Сама я не живу. Сейчас ипотека. Так, дальше. Давайте кому там помахать, кому? Кому? Так. Кто у нас? Теперь еще посмотрим. Так. Как вы считаете, кинули вы принимать? Я спать, показ. Давай. Здравствуйте. Как вы считаете, принимать запрос на совместный эфир или нет? Так. Сейчас посмотрим, кто у нас есть. Никому интересно, чтобы вам было интересно. Так, ну давай вот кто-то кинул вопрос, давайте посмотрим. Я не знаю, кто это. Как ты думаешь, Безус будет с Симоной? Кто такая Симона? Не надо принимать, ну блин, ну давайте попробуем. Вдруг там адекватный человек, 5 сек. О, кто там? Ау. Привет. Привет. Ну как тебя зовут? Меня зовут Регина. Сколько тебе лет, Регина? 23. С какого ты города? Я из Саратова. Чё, не спишь? Сижу с ребёнком. Ух ты, 23, у тебя же ребёнок, если у меня 24, мне кажется, ещё и не светит. Что? Я говорю, у меня 24, мне кажется, что мне ещё и не светит ребёнок. Почему? Ну, потому что, мне кажется, это большая ответственность, и пока, наверное, нет того человека. Как-то так. Ну. Работа, дела. Что? Работа, дела. Ну, наверное, просто потом придёт со временем, когда появится человек, с которым поймёшь, что можно рожать, создавать семью. Мне показалось, уже дважды. Все что-то не то, походу. Ну, может, конечно, во мне проблема, но это не точно. Так, что там ребятушки пишут у нас? Да, посмотрим. Ты на дом 2 не собираешься возвращаться? Зачем? Вот, кстати, смотрю дом 2. Да, и что там интересного? Я, если честно, не смотрю, у меня просто нет времени физически. Вообще телек не смотрю. Интересно, зачем, там мне, ничего... зачем мне вот на дом 2? Вот зачем? Я там уже была. Ну, не знаю. Может, встретишь снова свою судьбу? Снова судьбу? Может, что я встретила свою судьбу, это моя работа, и наверное, этого хватит мне на данный период жизни. А там судьба, она такая, клиника. Куда не денешься так? Кто еще хочет в прямой эфир, кидайте вопрос. Как я? Нормально. Вот глажу вещи. Привет. Привет, Иван, 26-12. Что ты нам еще расскажешь интересное? А ты сейчас в Москве живешь или уехал в свой город? Нет, я в Москве живу. В Москве.
назад не хочется домой? Я дома не живу уже с 2012 года. Сколько там, 7 лет получается? Поэтому думаю, что, наверное, нет. Еще сама была столько раз в Москве, для меня это такой город тяжелый, кажется. И я привыкла, и я в Питере жила, и в Москве часто бывала. Я очень люблю Москву, и поэтому, как говорит один мой знакомый, в Москве вся сила. Ну, не знаю, мне тут хорошо, комфортно. Понятно. Ну, как-то так. Ты там снимаешь квартиру? Угу. Так, привет, привет. Я кто-то присоединился. Конечно, снимаю, еще не заработала на свою. Нынче дорого жилье стоит. А одна там снимаешь или с кем-нибудь? С девочками. С подружкой. Просто мне кажется, в одну там снимать тоже квартиру очень дорого. Ну, я живу с девчонками. А с родными по телефону. Веселее. Ну, здесь всегда все относительно. Сейчас приду. С родными, конечно, ну как, приезжаю в гости иногда, по телефону общаюсь, кто там спросил, я просто не увидела. Так. А ты с Безусом общаешься? Нет, мы с ним не общаемся абсолютно. Мне не очень с ним разговаривать. Я думаю, ему со мной тоже. У нас разные интересы в жизни. Понятно. Так, ну ладно, ладно, давай. Хороших, пока. Да. Буду я ребёнка спать. Вот, какой-то человечек к нам присоединялся, очень мило. Что произошло? Вот кто так? Не знаю. Видите, со мной скучно, у меня серая однообразная жизнь. Ничего интересного. Не то, что у некоторых участников. Так. Чё-то смотрит, ты так мало, ты звезда. Я абсолютно не звезда, я обычный человек. У меня ничего не происходит в жизни, кроме работы и всё. Я же говорю, я скучная, неинтересная, и вообще. Чё так мало человек смотрит? Ну, я не кручу подписчиков. Может быть, поэтому... Вот, я мало чего вообще публикую в последнее время. Там, где работаешь? На телевидении работаю. Так, давай замутим, давай. Все, мы мутим с тобой. Прямо сейчас будем мутить. А как мутить будем? Расскажи мне, пожалуйста. Вот, что мы будем делать? Вот мы с тобой замутили. Что дальше? Что надо для этого сделать? Давай, кто там следующий? Давай. Вот кто-то нам еще запрос кинул. Любовь будем строить, да? Пизду любовь-то. Я люблю свою собаку. Не, ну давай построим что-нибудь вопрос. Привет. Ну что, привет, что как дела? Популярности приобрести. Я не ожидал, что ты... Привет. А у меня сегодня настроение хорошее. Ну ладно, мы с тобой шампусик пили после твоей сдачи, брат. А мне не было. После твоей сдачи, диплом. После чего? Защиты. А, ты Алёнин брат, наверное. Да, она тут рядом сидит, спит. О, отлично. Гля, это овца спит еще, привет мне не передает. Ну ладно, я ей запомнила. С семьёй смотрим. Мы знаем, братан. Чё интересно? Скажи ей, да, что я буду... Да, у тебя прижимается. Чукну ее на всех совместных фотках, коза это. Не знаю, почему, может, поэтому. Ну так, ну что все, мы пообщались. Я вообще сильный парень, поэтому... Все, пообщались? Да. Все, пока? Да, все, пока. Ну все, давай, пока. Пока. Вот там всякие дебилы добавляют меня в прямой эфир, потом ржут. Так, дальше что там, что интересного, давайте. Привет, брат. Мы знакомы, привет. Так, сейчас посмотрим, кто у нас тут еще есть.
Так. Блин, мои бабы вышли, мои бабы. Было бы сейчас интересно. Так, 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 чё ещё? Ну ладно, повисим в эфире, мне всё равно делать нечего. Всё равно скучно. Что-нибудь расскажете, нет? Или будем молчать? Не, ну можем помолчать, вообще не вопрос. О, так, сейчас почитаем, вот пришли смски. Что за хозяюшка? Вообще не хозяюшка. Так. Привет, привет. Привет. Так, давайте рассказывайте, что у вас интересного. О, бывший участник Женьки телепроекта у нас тут. Не хочешь? Чё, чё не хочешь? Я всё хочу, а чё, есть чё? Есть чё? Брать чё? У нас всегда есть почитать чё. Та-та-та. Вот смотрите, вы просто кидайте запросы, мне иногда интересно. А вот, может, в прямом разденешься? Ты забрала свой диплом? Нет, Алена, я его не забрала. Мне надо приехать в Питер и забрать его. Я последний раз вот была тогда, кстати, на защите я была в Питере, и все. Потом я на вручении на сейшиках была. И больше не появлялась. Я приеду, надеюсь, что я вас всех диких кошек соберу. Ну, это, конечно, идея так себе, но я еще не теряю надежды. И мы, наконец-таки, не хочешь на Дом-2? Хочу каждый день. Вот сижу и хочу на Дом-2. Жить без него не могу. Не знаю, как я бы была без Дома-2. Не, ну в гости могу зайти, что у меня не впадет. Так. Я тоже не теряю надежду. Блин, капец, жалко тебя, если твоя единственная надежда, чтобы челочка прям в эфире сделать. А что, блядь, происходит? Ага. Так, сколько заработала на Доме-2? Я... Ну, как видите, на квартиру в Москве не хватило. Так что... Как-то так. Ну, что еще интересного? Давайте. Где ваши каверзные вопросы? Что все очкуют? Что не спросить? Что интересного вам хотелось? Вам что-нибудь расскажу. Класснички, это шортики, расслабьтесь. Трусики не наши по квартире. В прямых эфирах. О, Сашка моя пришла. Сашка моя пришла. Кошка моя дикая. О, ух, над ответом долго думала. В каком смысле? Я вообще не думала. Просто я блондинка. Ты этим можешь посмотреть сюда. Какие нахер задумывания над чем-либо. Я вообще делаю всегда какую-нибудь хуйню. И вообще не думаю ни о чем. Зачем заморачиваться? Прикладывать усилия. У меня есть Сашка. Я звоню и говорю, Саш, что делать? А Сашка мне такая, ну, просто расслабься и получай удовольствие. Ну, я в это и действую. Ну, возьми прямую со мной. Что ты мне скажешь? Вот с ним мы взяли с тобой прямой эфир. Что ты будешь говорить? Что будешь говорить? Скажи мне, что ты будешь говорить. Если что-нибудь интересное, вообще не вопрос. Какие вот? Какой ты мне вопрос задашь? Платит ли на Доме-2? Следующий вопрос. С кем я сплю? Следующий вопрос. Сколько мне лет? 24. Что скажешь? Ты красотка, ну, знаешь, как кошка твоя тоже. Конечно, моя кошка красотка вообще. Кошка самая красивая у меня. Так, а, ну, в принципе, так и надо. Да полюбе. Блин, заел какие-то песни. Смешно. Нет, ну, правда, скажи, что ты хочешь спросить? И не угадала. Блин, ну, все, не знаю, как бы не угадала. Что ты спросишь, а? У меня и нет плохого. Я... Так, блин.
Блин. Привет всем, как вы? Или я всех или не грех, как любит он бессонный смех. Ну чё? Где вопросики? У тебя какой сотовый оператор? Мегафон. Ноночка, скорость интернета низкая. Сейчас перезайду. 5 секунд, сейчас перезайду.